и чем с чертями на гелике. Луи Виттон, нахуй. Еврейские корни дают о себе знать, короче. Это будет настолько выгодно, настолько идеально. Меняемся без доплаты, и мы втроем подписываемся на твой канал. Бля, еще и с подпиской наебали, да? Короче, пацаны, вас наебают, походу. Вряд где-то 60-65. Здорово, дорогие друзья, с вами Костя Даябан. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рейдж, все как всегда. И что я могу сказать, лучше с пацанами на велике, чем с чертями на гелике. Сейчас будем мутить бизнес и свои дела. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Короче, в чем прикол? У меня есть три бизнеса, один находится там, где два еще левых. Давайте еще ровно украдем, пацаны. Которые я хотел там продать где? Лукасу. Но Лукас тогда не хотел купить. Есть такой человек... Туфли? Луи Виттон, нахуй. Вы чё, ебать, сколько они вообще стоят? Я ебу, блядь. Короче, в чем прикол? Это Квита или Куайта, или кто это такой? Не знаю, как он не читается. Наверное, Куайта. Или Квито. Это пиздец. Короче, у него эти два бизнеса. Он выкупил его в Лукаса или у кого. И он хочет купить себе еще мой третий. Шо тебя выпало? Туфли Луи Виттон, нахуй. Ебать, это они, да? Так тебе под футболку. Это вот эти туфли? Да. Так они тебе под футболку специально выпали, охуенно смотрится ты. Он хочет купить у меня, чтобы продать потом три дороже, или чтобы было три удобно. Я говорю, типа, не хочу. Он говорит, там обмен, там ДП, там 1-2 миллиона. Я говорю, ну, типа, не хочу, вот реально. Говорю, найдешь мне вот этого пацана Брос Геймс, который возле меня, возле кинотеатра. И я, типа, готов, типа, обменяться. Он такой, ну хорошо, типа, ну его фиг найдешь, типа, я его не видел. Я просто делаю кружок, подъезжаю к чиповке, и здесь Брос Геймс такой сидит, и такой, офигеть, давай поменяемся. Он такой говорит, на что, типа, я говорю, ну смотри, я ты, типа, мне даешь вот этот бизнес, вот это, что мы проехали, а я тебе могу предложить вот это бизнес Куайта, который там находится возле ИКХ. Подъезжаем мы к тому месту, где Куайта бизнес, и Брос Геймс говорит, типа, смотри за углом, это мой бизнес. И типа мне тоже будет это выгодно поменять. Короче, у нас такая сейчас треугольник просто выгодности, не знаю, как это назвать. Что сейчас мы будем меняться. Только еще бы хорошо бы сбить с Куайта доплату, и будет вообще идеально. Еврейские корни дают о себе знать, короче. Вот этот бизнес, который сейчас будут отдавать Реду. А если Куайта посмотрит, он посмотрит этот видос. В чем секрет успеха? 12-тысячный ID. Просто держи себя. И столько бабок. Напишите в комментариях. Так, у тебя получается 3. Да, едем к моему. Да, я передам ему тоже. Короче, пацаны, вас наебывают, походу. Так что по плану вообще, я не понял. Сейчас ты отдал. Сейчас Брос скидывает мне, а Ред скидывает Бросу. Угу. Потому что у него аж 3 будет. Я понял. Он не может 4-й забрать. Жаль. Вот этот бизнес, который мой слева просто, это будет настолько выгодно, настолько идеально, что я вообще молчу. Ой. Короче, нормальные пацанские движения сейчас происходят, которые придумать даже невозможно. Все, бизнес получили. Ебать, это сложно, конечно. Сейчас будем решать вопрос с Куайда бизнесами. Итак, мы приехали к этому бизнесу. Давайте я просто так покажу, где вот этот Брогеймса бизнес. Вот он, за углом просто. Это настолько выгодно, что я не знаю, как это придумать. Все, пока удачи, пацан. Давай, удачи. Я видел. Так смотри, у нас сейчас, по сути, для всех выгодная же сделка, правильно? Выгодно, еще будет выгоднее для меня, когда будет доплата. Ну, считай, я нашел бро, типа, геймса и типа... И все совпало, так я просто тебе тогда хотел дать 2 миллиона, только потому, что у тебя бизнесы были бы не в одном месте, понял? Только из-за этого. А что, не накинешь? Ну, давай так сделаем. Потому что для тебя это выгодно, для меня выгодно, для него было выгодно, для всех будет выгодно. Давай двоечку. Да это много. Да это нормально. Уже много. Я не думал, что все сотки. Почему, зачем 2 миллиона доплаты, если это тоже сотка? Она у тебя сейчас не будет стоить дороже на 2 миллиона, чем у него. Бизнес не так, нету такой разницы, 2 миллиона разницы. Вообще нету пока что таких бизнесов.
А у тебя безы два в ряд будут, понимаешь? А то, что будет два в ряд у тебя и у него, это, блядь, и тебе выгодно, потому что ты, когда будешь их продавать, бля, в дальнейшем, не и два в ряд, оно реально лучше, чем, блядь, один просто где-то. В этом-то и прикол, поэтому я и хотел доплату дать, понял? Давай лямчик доплаты за эту суету, что я нашел брошку. Да, давай без доплаты, все равно для тебя это выгодно, смотри. Иван, давай так, смотри. Давай. Меняемся без доплаты, и мы втроем подписываемся на твой канал. Нихуя же, блядь! Ну все, я согласен. Такое. Три подписчика, блядь, смотри. Выгодно, пиздец. Ну, 3 лайка на каждое видео, смотри. Это вообще... Ред, выходи, я тебе бизнес кину. Короче, доплата не выйдет вообще. Ну, в принципе, согласен, для меня выгодно. О, сейчас... Погнали на тот. Вообще, очень... А где маркер? Он меня тоже покупал. Он зато у меня есть. Подожди, а ну, могу получить, типа, зайти на него? Они не работают. Ты, если коннектнешься, ты его увидишь. А у тебя он есть? У меня он есть. Это же смотря почему, чему удивляться. Ну, согласен. Короче, я так понимаю, я тебе даю бизнес за 10 тысяч, и мне это дает, да, тоже за 10. За рубль, да, за рубль. Да. А, рубль можно? Не переживай, я откат тоже записываю, поэтому, блядь, если... Продать. У меня вся игра записана на откат, блядь. Ну все, держи, подожди, я 100 тысяч снял сегодняшних или еще не пришло? Все. Спасибо, пошлите, скинем. Пошли. Так, так, так. 1 рубль принять. Бля, еще и с подпиской наебали, да? Да, 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 да. Не, кстати, я на тебя подписан, блядь, еще давно. Да я тоже на тебя давно подписан. Чего себе? Мог с этого всего контент сделать. А кстати, мог с этого всего сделать контент, реально. Ну я записываю, ты че? А, да? Ну да. Теперь сделаю обзор на главного мажора, смотри, Вуд. А не, пизжу, я на тебя подписан не был, только что подписался, блядь. А я был подписан, не пизжу. Ну все, поздравляю, инвентарь, у тебя 3 беза в ряд. Да, сколько времени я потратил на то, чтобы их собрать? Просто случайность, вообще. Смотрю, нет, он... Вот это Bro Games, вот это, что ты его нашел, это было реально очень... Я просто, вот, Квита или Квайта, как правильно читается, кстати? Вообще, инвентарь. Чего, бля? Инвентарь, меня, короче. У меня друг ник инвентарь, вот я просто, меня отвлекло. И теперь назад не могу поменять, что 2 недели. Я понял. Я просто вот, я тебя высадил, роблю круг, еду на чиповочку, и вижу, он тупо стоит с гель, ну, возле крузака, и такой... Это, походу, все. Нормально. Насколько ты теперь окупился? Я? Да-да-да. Я для себя собирал, их не буду продавать. Не, ну вообще так, плюс, минус. Ну вообще, смотри, 3 в ряд их очень дорого можно продать. Да. Типа 2 в ряд можно было дорого продать, а 3 еще дорого. Ну смотри, если их сейчас сколько? За 50, думаю, 3 можно продать, если не в ряд. В ряд где-то 60-65. Где-то, да, плюс 10 миллионов можно накинуть. Да, 60, думаю, точно уйдут 3 в ряд. Нормально. Потому что это редкость и сложно их собрать так в ряд. Ну вот собрал. Тут был Солгало, ник, я купил вот тут пенсии, здесь был Солгало. И... Здесь вообще так, блядь, намудрено, это 3 беза в разных человек были. Много, зато... много. Ничего теперь. Бля, зато поехали в казик, пацаны, я бабки выведу. Ладно, удачи. Давай, удачи. Удачи, Эван. Давай, давай. Запомни, мой ник не Квито, а Инвентрал. Давай, давай, инвентарь. Поехали, поехали. Короче, пацаны, на этом все. Такой вот вообще нежданный никак видос. Я вот лично думал, вот я инвентору, я не хотел менять. Вот даже БСДП, даже 2, 3, 4, 5 лямов я не хотел менять. Но после того, как я увидел Bros Games, и у меня бизнес сверху было возле него, я понял, что надо. Конечно, еврейские корни не затащили, доплату я не выпросил. Ну и фиг с ним, типа, 2 бизнеса... сбоку, главное не там один в одной части карты, другой в другой. Нормально. Все, ставьте лайк, если вам понравился данный видос. Вуд, Инвертал и Ред, жду ваши комментарии. Вот, с вами был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока.